их вообще трепать не буду. Честно говоря, вы знаете, мне тоже захочется потом написать письмо в прокуратуру. Потому что вы срываете, у вас, знаете, между прочим, ваши действия, между прочим, прочитайте законодательство, вы стремитесь. Это срыв работы государственного учреждения. Вам раз ответили, два ответили, три ответили. Вы не постоянно будете срывать рабочий процесс, у меня тоже другие обстоятельства есть. Но у меня 940 учащихся. И никто пока не жалуется на образовательный процесс в учреждении. Но я готова каждого выслушать. Готова не жаловаться. Но если вы будете мне тоже срывать образовательный процесс, я тоже буду, понимаете? И не надо меня пугать. Вот я буду прокуратуру писать, как вы мне там написали. Вот вы делаете вообще. Не хотите перейти в другой класс? Ну, по другой программе заниматься. Родители будут моральный ущерб. Да, я, говорит, тоже нервничаю, очень даже. Я тоже могу написать. А дальше просто его будет отражаться все на детстве. На ребенок, да, вот который всех обижал, и вот такая ситуация у нас была, который всех обижал, там, и у него в было проблема. Воспитатель занимается одним ребенком, практически, да, мы сами родители проблемы задавали. То есть наши дети брошены, и так далее, и тому подобное. Забрали ребенка. Решалась прокуратура, да, забрали, маме предложили забрать ребенка. Потому что мы все были ущемлены. Все 30, ну там 20 человек было. Потому что вот, между прочим, если я прокуратуру, то мы не обещали. Пожалуйста, можете обжаловать. Я вот точно так же мало. Обжаловать. Куда угодно прокуратуру. Нет, я уже не знаю, почему, на каком основании вообще так разговаривать. Ну, тебе нормально вообще разговаривать? Нет, мне нормально разговаривать, извините. Как будто вы враги ваши дети. Вы постоянно, извините, оговариваете, сидите, занимаетесь тем, сидите, даете указания, знаете, идите на урок и тому подобное. Не, ну вы меня обвиняете в чем-то? Я вас не обвиняю, обвинили вы, простите. Вот это обвинили вы. Вас никто не трогал. Ни в прошлом году, ни в начале этого учебного года вас никто не трогал. Это вы обвинили. Я с чего начала наш с вами разговор? К вам претензии кто-нибудь предъявлял? У вас кто-нибудь что-нибудь требовал? Нет, не требовал. Нет, не требовал. Почему вы от меня требуете то, что вас не требует? Объясните, пожалуйста. Потому что ведется занятие на уроках с этими тетрадями. А это не противозаконное действие. Ну, точно так же, как и другие задания, которые могут даваться. Извините, если учитель задаст, знаете, какой-то другой дополнительный материал вне учебника, это тоже противозаконно? Нет, пожалуйста, вне учебника родители занимаются чем угодно. Не как на чтение, так же, пожалуйста. Это вы сейчас так говорите. А по-моему, потом, в следующий раз, вы скажете, что это тоже противозаконное действие. И на каком основании вашему ребенку дали дополнительную информацию, которую он должен будет найти? Вот и все.